Говорите, это твой друг. У меня есть кое-какие вести о твоем брате. Приезжай на ранчо, я все объясню. Это Тьерра Рабада. Когда проедешь мост Гарьер, езжай на юг. А ты кто такой вообще? Я не могу сейчас говорить. Тащи сюда свою задницу. Мама запрещала мне говорить с незнакомцами. Ну так погляди, что стало с ней. А сейчас, если ты хочешь, чтобы язык твоего братца был на месте, то давай, тащи сюда свою задницу. В общем, здравствуйте. С вами интернет-канал Максимадзе, и мы сегодня начинаем в GTA San Andreas третий сезон. Алло, еще раз. Эо, это Джетро. Слушай, мы тут с Цезарем кое-кого порасспрашивали и достали кое-какой список для машин. Нам нужно достать их очень быстро. Тут в соседнем районе есть выставочный зал по продаже автомобилей. Может быть, если мы его купим, то будет все замечательно. Да, неплохая идея, я в деле. Я тебе свистну. Да, вот этот автосалон мы можем купить. Мы это сделаем во второй серии. А в этой серии мы поедем в Тьерра Рабада и узнаем, кто же это за чувак, который нам задание дал. Блин, у нас тачек-то даже нет с собой никаких. В гараже. Ну ладно. Рифовец, влезай отсюда давай. Блин, там полицейский проехал. Ладно. Едем в Тьерра Рабаду. Где это у нас находится? Короче, не... Кратко. Чем закончился второй сезон? Объясню. Ну, во-первых, что вот интересно. Райдер погиб. Это ж надо, а? Отстань от меня, чувак, в синей машине. Это ж надо, а? Высокопоставленный член банды нашей. Разваленный. Он погиб. Точнее, был убит нами. Сиджеем он был убит за предательство. Хотя он вроде бы не хотел предавать банду свою. Но все же Биг Смоук подговорил его на это. Но все же это предательство, это его не оправдывает. Но и мне кажется, его убивать не стоило. Его следовало допросить. Он-то точно знает, где сейчас находится Биг Смоук. Но, увы, время назад не перемотать. Вот и ранчо. Проехать сюда нельзя было. До определенного момента. Давайте сразу сохранимся там, почему бы и нет сзади. До миссии ай-яй большой бум-бум сюда попасть нельзя. Если какие-то там мосты закрыты будут, а если мы проникнем сюда на... вертолете каком-нибудь, то нам 4 звезды розыска добавят. В общем, после того, как мы закончили второй сезон, вот как раз-таки открылся третий город Лас-Вентурес, и, собственно, вся остальная карта тоже. Но в Лас-Вентурес нам еще пока рано ехать. Сейчас, ну, Тьерра Рабада доступна, и вот мы здесь. Карл, дорогой, добро пожаловать. Какой-то дерьмовый прием, а? Ты что знаешь о моей семье, блин? Не сначала мы посмотрим, из чего ты сделал. А как ты думаешь, из чего я сделал? Из пудинга? Нет, из гнева и ненависти. И это, знаешь, мне нравится. В гараже есть грузовик. Как насчет небольшой поездки на нем? Дело в следующем. Главное, скорость и контроль управления. У тебя есть GPS в тягаче. Доберись до каждого пункта как можно быстрее. Поедь по всем координатам, затем верни грузовик обратно. Потеряешь грузовик, ты проиграл. Во-первых, что такое GPS, а во-вторых, проиграл чего? В
В-третьих, ты кто такой? Прости, я даю только основные задания, которые важны для тебя. А, еще одна вещь. Эта крошка имеет полноприводное управление вместо ручного тормоза. Так что будь осторожен. Нужно проехать быстрее, чем за 6 минут 30 секунд. Ну, вообще офигенно. Так, время пошло. Надо целых 35 точек проехать за 6,5 минут. Ну ничего, я не, надеюсь, это не будет сильно сложно. Главное не перевернуться на этом грузовике, иначе будет все вообще, иначе вообще все печально будет. А перевернуться на нем очень легко. Блин, черный экран меня бесит. Провод у моего монитора отходит, и черный экран, и я ничего не вижу. Не знаю, как это исправить. Провод все равно отходит, что не делает. Может, провод дерьмовый, конечно, но не знаю, надо что-то с этим делать, иначе я в неподходящий момент черный экран будет, и я просто что-нибудь упущу. Так, здесь надо разглядеть, как попасть на гору, потому что можно не по тому маршруту поехать и заблудиться. Камера включена, ладно. Так, здесь, да? Попасть можно. Я просто не помню, я давно в это играл. Вот в эту миссию именно. Давай, заедь, только не перевернись, пожалуйста, я прошу тебя. Отлично. Теперь в эту сторону. Да блин. Какие еще вы мне повороты сейчас придумаете? Объясните мне, пожалуйста. Видимо, по этой дороге нужно будет ехать, да? Я так... Да, это действительно так. Короче говоря, третий сезон, судя по всему, будет самый длинный. А самый короткий — четвертый. Блин, да тут... Аллея Мелвада, блин. Разваленный город. Город, а не какой город. Целые препятствия какие-то. Так, вот здесь, видимо, надо на дорогу как-то съехать. Ух, повезло как. Повезло, точнее, что я не перевернулся. Блин, 2,5 минуты всего осталось. А, нет, это мы проехали 2,5 минуты. У нас еще много времени. Видимо, зря я отсюда упал, потому что опять подниматься надо. А теперь опять спускаться? Да вы что, шутите? Издеваетесь, что ли, надо мной? Блин, надо было на ту дорогу выезжать, а я опять по этой поехал. Точнее, по горам, блин, каким-то. Так, 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 так. Вот здесь кривая дорога. Осторожно, осторожно. Блин, осторожно, ё-моё, давай. Так, еще один крутой поворот, блин. Нет, нет, нет! Фух. Повезло как. Нет, 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 не переворачивайся, прошу тебя. Недалеко уже осталось. Потому что точек совсем немного уже остается. Меньше 10. 8 точек осталось. Теперь уже...
7. Ой-ой-ой, я что-то вообще камень этот не заметил. Блин, не переворачивайся, пожалуйста. Так, осталось еще 3 точки. Мы почти уже приехали. И до 6 минут с половиной нам довольно еще далеко. Так что мы в любом случае, я думаю, победим. Если, конечно, мы не перевернемся. Перевернуться нельзя ни в коем случае. О, отлично. Последняя точка. Мы выиграли. Прекрасно. Да. Тем не менее, удачно. Босс будет на связи. Результат не очень, конечно, 4-е место, но мы, тем не менее, все равно же выиграли. Так, давайте сохранимся. Вот здесь же, да? Я сохранялся, да. Так, ждем звонка. Сейчас нереально звонок будет. Кто это опять? Сынок, возвращайся на ранчо, я тебе все объясню. Когда я говорю, значит, вообще все. Ты не можешь просто так сейчас сказать? Думаю, нет. Эй, Карл, ну что за Торино? Это, как это так? Это мой косяк. Черт возьми, я что могу сказать? Я всего лишь... О, просто действуй в таком случае. Давай, убей меня. Ты всего лишь наркодилер. Заткнись и сядь, блин. Ты что думаешь, я торговец наркотиками? Ты думаешь, я крестоносец, да? Ты понимаешь, что вообще происходит? Понимаешь, а? Понимаешь? А? Нет, я стараюсь особо не вдаваться в детали. Не надо мне тут умничать, пожалуйста, блин. Я работаю на правительственное агентство вообще, да. Неважно, на какое. Я попытаюсь не вводить тебя в заблуждение. Мы когда видели в последний раз, я участвовал в боях Латинской Америки. Так что я использую любые средства. Это не делает меня торговцем наркотиками. Я работал под прикрытием. В конце концов, деньги, которые мы получили, друзья, безмерно помогли нам в наших заграничных интересах. Правительственное агентство? Наивные детишки вроде тебя верят в киношных героев. Мы просто ведем там войну. Я буду героем и проиграю. Коммунизм в штате Огайо, социальное распределение, отсутствие свободной территории. Это такая ерунда. Давай, расслабься и слушай, в общем. А, ладно, я слушаю. Я знаю, что ты за парень. Мне нужен парень вроде тебя, чтобы сделать то, за что меня не поймают. Например, мне нужно, чтобы ты... поэкспериментировал кое-что. Конкурирующее агентство с неясными для нас неделями. У них есть кое-что. Это работа для двоих. Тебе понадобится напарник. Используй парня своей сестры. Только не говори ему об этом. Помни, я буду за тобой следить. Я добрался так, как только смог, Си-Джей. Да, уж вижу. А ты откуда узнал, что мне нужна помощь? Ты что, забыл, братан? Ты же мне полчаса назад звонил. А, я звонил? Да, да, конечно. Что-то совсем мыслей дурных в голове у меня сейчас. Мы должны захватить грузовик на автостраде. Он направляется в Сан-Пьеро. Да, в общем, Майк Торрено оказывается жив. Мы его не убили. Последней серии 2-го сезона. Он жив. И не был в вертолете в то это время. И никакой не наркоторговец, он просто притворялся им. А, он правительственный агент на самом деле. Какой план? Я приближаюсь к грузовику, а ты запрыгнешь на борт. Вот дерьмо. По телефону-то ты не упоминал об этом. Это будет легко.
Скажи Кэндалл, что я люблю ее. Да она знает, мне кажется. Там впереди грузовик. Да? Отлично. Ой, ну ничего себе грузовик-то. Как это все делает? Дурацкие машины. Залезать скорее, его нельзя ни в коем случае упустить. Он таранит другие машины и еще и не дает нам спокойно запрыгнуть. Прыгай, прыгай скорее, давай. Блин, блин, блин. Другая машина помешала мне сильно. Тут специально сделано, чтобы другие машины мешали. Сейчас и это тоже помешает нам. А, не, хотя нет, не помешает. Давай, давай, прыгай, пока возможность есть. Скорее, давай, давай. Отлично. Отлично, 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 отлично. Оу, аккуратнее, блин. О, грузовик, а. Таранит просто. Ау, блин. Всех. Надо каким-то образом теперь развернуться и ехать в гараж. Блин, а как прицеп я этот разверну? Ух, доехали. Разворачиваться долго пришлось. Ты дурацкий прицеп, блин. Просто капец. Интересно, а как такой грузовик в гараж-то поместится? Тут гараж-то. Ну куда иди посмотри. А хотя не, может и поместится. Не, поместился бы, наверное. Ну что, будут опять будут задания от Рейна? Да, будут. Сюда. Без дела нечего болтаться. Ай, ну ты засранец, а. Так, давайте-ка сохранимся. Следующее задание от него, я помню, какое будет. Оно очень сложное, очень сложное. В нем погибнуть очень легко. Так, сохраняемся здесь. Ай, без брони еще хуже. Надо было... Надо броню заехать еще взять. Блин, надо было взять броню. Ну, капец просто. Без брони это задание очень тяжело пройти. Невозможно, практически... Тебя просто там убьют. Все понял. Большая обезьянная, я получил толстого стервятника. Требуется получить тонущее дитя. 15-м полуник. Сбейте свое сердце, конец света. Карл, я попрошу тебя об одной услуге. Слушай, мужик, я тебе сейчас врежу. Что тебе известно о моем брате? А, успокойся, он в порядке. В окружной тюрьме. Крыло Д, камера 13. Слева от него сидит где-то убийца, который с радостью бы его задушил. Справа же от него белый расист, который тоже был бы не прочь его задушить. В общем, ты не волнуйся. Тенпенни и Пуласки относительно безобидные. Конечно, если ты не являешься членом полицейского Ральфа Пендлберри, которого они застрелили. Ты ведь об этом что-то знаешь? Блин, откуда ты знаешь это все, а? Почему ты не положишь этому конец? Ты все еще не понимаешь, Карл. Рыцари в белом и отважные герои, все такое, да? Нам приходится принимать важные вещи. Знаешь ли, я пытаюсь тут делать так. Иногда я вмешиваюсь, одни погибают, другие нет. Для тебя он, брат, для меня всего лишь никчемный человек. Это деликатный выбор. Мне выгоды освобождать его нет. Так что давай поторговывай. Ты мне, а я тебе. Что касается меня и моих коллег, именно на нас держится правительство. Мне нужно, чтобы ты срочно приехал вот сюда, на багги.
Поджигай дымовую шашку. Нам нужно получить кое-какой груз. Постой-ка, а как насчет моего брата? И как бы быть с этой фигней? Не волнуйся, со свитом все в порядке. Если его хоть пальцем тронут, то тюремщик, придя домой, найдет свою жену и детей убитыми. Так что все под контролем. Поговорим об этом позже. Ну, а тебе пора ехать. Да, хреновые дела, конечно. Свит сидит в камере между двумя психопатами, блин. Ладно, давайте попробуем без бронежилета пройти это. Хотя что-то сомневаюсь, что получится, ну ладно. Попробуем. Ехать далековато, поэтому чик-чик. Господи, чё так долго, а? Торрена, где ты? В нескольких милях от тебя. Некогда раздумывать. Бери себе машину и возьми оборудование, которое я тебе там оставил. Я отправляюсь к зоне. Да, это задание сложное. Надо будет... Блин, на чем лучше поехать? На мотоцикле, наверное. Короче говоря, здесь надо очень осторожным быть, чтобы тебя не убили. Точнее, чтобы ты не взорвался. Наш груз уже прибывает. Господи, когда ты прекратишь это делать, а? Блин, постой. Пилот говорит, что у него возникла проблема. Два вертолета с спецагентами идут на его перехват. Видишь? Да. Сбей их, ты должен защитить груз любой ценой. Вот можно... Вот, во-первых, они стреляют. Во-вторых... Давайте-ка вот этим попробуем пострелять. Лучше в домике держаться. Так, лучше не выходить из этого домика. Блин, они уже пол здоровья, вертолет. Да. Забрали. Надо стрелять ракетами в них. Вот. И главное, еще так стрелять, чтобы вертолет не взорвался возле нас. Ну нет. Ой-ой-ой, осторожно, бежим, бежим! О, блин! Ну это капец какой-то. Надо быстро причем еще все делать, потому что эти вертолеты стреляют в наш вертолет, который защищать надо, и я случайно попал в него. Блин, это вообще тяжело. Надо еще пытаться лучше стрелять еще в тех местах, где наш вертолет не стоит. И где не стоим мы. Да блин, как это сложно, а. Ой-ой-ой-ой-ой, осторожно. Так, быстро сердечко берем. А чё он на земле-то был? Старее, ну давай же, попади в него. Капец. Зависни ты на одном месте уже, наконец. Во! Хорош. Еще два вертолета есть. Блин, а че он низко-то так летит? Так, отлично. Еще один остался. Стреляй, стреляй. Мы должны его уничтожить любой ценой. Отлично, получилось, получилось. Ух, я уж думал, никогда это не пройду, блин.
А что, груз нельзя было оставить именно здесь? Да. Еще и полиция будет меня преследовать. О, нет. Короче, я решил пропустить это задание. Пипец, сложное вообще задание. Я так не могу. Ладно, будем считать его пройденным. Там ехать, конечно, до этой базы, до этой взлетной полосы очень-очень далеко ехать надо. Но полиция преследует меня, и упал с горы опять. Ну, не хочу я это все перепроходить. Сложное задание, давайте следующее сразу. Просто изумительно. Что у тебя на этот раз, Трой? Вся история — сплошное вранье. Там говорится, что Гитлер покончил с собой, и что мы сбросили атомные бомбы на них. Люди верят в этот вздор? Боже ты мой. Наверное, спокойно все спать по ночам. Слышь, мужик, тебе чего надо? Ты освободишь моего брата? Нет, пока что, подожди еще. Вот экстренное сообщение, я сказал, чтобы убедить тебя. Кое-что для меня мне надо. Тебе лечить снова. Это самое изумительное. Нужно, чтобы он остался живым. Понимаешь, после того, как ты меня сделал, у меня есть двойные агенты в Панаме, которые скрываются. Один русский шпион маленького роста. Он очень похож на Ельцина. По-русски. С применением клещей и деталей. Хочет кое-что сделать плохое. Я вовсе не прикольно ли? Ай, ты приносишь плохие вести. У русских есть вопросы, которые интересуют куда их больше, чем твои яйца. Мы пытались держать ситуацию под контролем, но этот идиот Горбачев, у которого дурацкое пятно на лбу, умудрился все испортить. И все это ты знаешь. Ну и что я для тебя сделать ты должен? Послушай, мне нужно, чтобы ты для меня кое-что сделал. По идее, стоить это должно недорого. Если они окажутся... Скоро ты начнешь выполнять для меня кое-какую реально мужскую работу. И хватит тут сидеть, как девчонка, блин. Блин, извините, что пропустил миссию, но это капец. Они просто они миссия, я так не могу больше. Но там будет еще одна миссия, которая еще сложнее, которую я 100% пропущу, потому что она ужас какая сложная. Просто капец. Я просто слов нет, она сложная. И это не летная школа, дорогие друзья. Сразу то, что будет после летной школы, вот это реально сложно. Где надо лететь на самолетом низко над землей. Господи, что за дебилы ездят по городу? Может, я, конечно, там реально слабак, чего не смог пройти, блин, все такое. Но, блин, я стрелял, упал опять с горы. Ну, еще и полиция меня какого-то фига преследует. Как она вообще доехала тогда оттуда? Глюк какой-то, походу, дело, что ли? Там вообще машины не ездят. Что за бред? В общем, нужно купить эту недвижимость. А затем пройти летную школу. Капец, она вообще сложная, ребята. Ладно, проходить мы ее будем как-нибудь в другой раз. Не сегодня. Где тут сохранение, да? Ладно, в общем, на этом все. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал, на группу ВКонтакте тоже. Всем пока.